Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Сегодня понедельник, 16 марта, и сегодня очень такой серьезный день. Дело в том, что волна паники на мировых рынках достигла максимума. Вчера было воскресенье, 15 марта, и вчера в воскресенье ФРС собралось на неочередное заседание и понизила ставку рефинансирования до нуля, то есть это беспрецедентное решение, все, дальше отступать некуда, это последний рубеж. Кроме того, ФРС запустила программу QE, кроме того, все центробанки с координированными действиями завалили свои ставки тоже до нуля и тоже пытаются залить кризис ликвидностью. Друзья мои, все страны объявили войну кризису, и в этой войне они бросили все резервы, других не осталось. Сейчас в мире царит паника, люди во всем мире скупают продукты, и что будет, я не знаю, поэтому сейчас вот в ближайшее время открывается биржа, в понедельник что будет, я не знаю, но могу сказать, что уже по азиатским рынкам вот те действия, которые предприняла ФРС, не возымели действия, как ни странно, то есть вроде бы рынки заливаются ликвидностью, но биржи упали, и сейчас картина, сейчас я попытаюсь вам показать, какая картина, биржи просто остановились. То есть состояние клинической смерти. Что будет, я не знаю, с нашей биржей. Буду входить в прямой эфир, будем наблюдать в прямом эфире, что будет. Оставайтесь на моем канале, подсоединяйтесь к прямому эфиру. Все. Просто все. Скоро буду в прямом эфире. До встречи.